Компания «Крановые технологии» является генеральным партнером конкурса «Машинца» в городе Омске. Наша цель – вывести данный конкурс на мировой уровень. И чтобы в чемпионате мира по рабочим профессиям данный конкурс проходил как основной. Данное мероприятие проводится уже не первый год. Раньше на данном мероприятии были только представители города Омска. Теперь это на данном этапе у нас уже 5 компаний в городе Омске проводятся. Плюс ко всему привлекаем сторонние организации с других городов. В этом году у нас Томск, Челябинск, Казань. Конкурс понравился, все было проведено на высшем уровне. Соперники были сложные, были из других городов крановщики, которых не знаешь, как они работают. Но результатом полностью доволен, так же, как и в прошлом году, подтвердил свой результат.